Ну, это зима. Я вот яму выкопал, у меня вот в яме, да? Если в яме вода есть, значит, зима не снежная. Если в яме у меня вода есть. Вот полностью яма. Вот, все, потому что не будет. Да так, снег будет, но много снега не будет. Если только в моей яме нету воды и снег пошел, значит, очень много будет снега. А сейчас у меня полностью яма заполнена водой. Так-то я, эта зима опять будет такая, ну, холодная не будет, она такая будет. И не снежная, и так далее, и тому подобное. Потому что у меня в яме воды, вот сейчас она от дождей накачал. Если она не испарится, вот, походу, вот, вот я что-то... Просветление чуть-чуть пошло. Если будет стоять вода, там, значит, вот так вот. Мне вот обыкновенно, вот, в общем, я, природа, она как? У меня, например, я природу вот все вот узнаю. Вот, кроты копают, это, вот что-то эти, ведь эти. По помощкам все это надо определять, все знать надо. Вот, короче, вот это все. Надо еще знаете, вот есть жизнь. Вот на земле, вот, как человек 100 прожил, он прожил, да, но он тоже не понял этой жизни. Просто не хватает этой жизни человеку понять, что творится вообще на этом, ну, в мире. Ну, надо придерживаться, все-таки узнавать. У нас задержка по мозгам, вот по мозгам у нас задержка по мозгам бьет. Вот эти правители, войны делают.